Да, вот такие вот условия. Это у нас, господа и дамы, центральная районная больница. Вот. Вот. Вот у нас такие палаты. Палаты. Вот. То есть что можно сказать? Палаты. Да. То есть больше похоже на камеру в какой-нибудь среднестатистической тюрьме средней полосы России. Вот. И это все, уважаемые господа и дамы, 2018 год. Вот. То есть Владимир Владимирович Путин у нас уже у руля сколько? 18-й год. Впереди еще 6 лет управления. И я очень сильно сомневаюсь, что что-то изменится. Вот. Голосовать или не голосовать за нашего любимого президента, дело, конечно, ваше. Но вот факт остается фактом. Дорогие друзья, всего доброго, берегите себя.